31-летняя Кристина Асмус с завидной периодичностью раскрывает ранее неизвестные факты о себе. Актриса подсчитала, что уже сообщила 150 фактов. Супруга Гарика Харламова опубликовала снимок, для которого позировала в светлом тренче и черных ботфортах. Звезда фильма «Текст» эффектно закинула ногу вверх, стоя в дверном проеме. Блондинка призналась, что не любит, когда люди слишком много используют смайликов в переписке. Она уверяет, что не может понять, что на самом деле хотел сказать человек. Асмус высказалась и об алкоголе. «Мне нравится открывать бутылки с шампанским. Прямо беру на себя инициативу, если случай подворачивается. И больше даже открыть хочу, чем выпить. Но при этом, когда кто-то другой открывает, мне страшно. Каждый раз отхожу или отворачиваюсь с мыслью, ну все, сейчас точно мне прилетит», — поделилась Кристина в Инстаграм. Она заверила, что не любит наличие волос на теле, даже светлых и даже на руках. «Понятно, что все по себе мерить нельзя, но я от них категорически избавляюсь и всегда обращаю на это внимание у девушек. В жизни, на фото, в кино», — рассказала кинозвезда. В отелях актриса часто мерзнет и поэтому просит принести обогреватель. «Но я боюсь спать, когда он включен. Вообще отсутствие контроля меня пугает», — сообщили подписчикам молодая мама. Недавно Кристину Асмус госпитализировали с инфекцией. Актриса удивила изможденной фигурой в голом платье. Она призналась, что очень любит свою работу, несмотря на напряженный график.